Какой он? Высокий. Он красивый, очень красивый. Ты не говорил? Что не говорил? Что он... Какой же я? Высокий. Именно. Очень высокий. Вы теперь единственный врач. А местные жители бедные? С достатком, можно сказать, богатые. Дорогой коллега, вы могли уехать отсюда богачом, а вместо этого растили сорняки в плодородном саду. Жители Сен-Мориса так и пышут здоровьем. Ну, пышут, не пышут, а хороший укол лишним не бывает. Доктор Нок начнет проводить бесплатные консультации каждый вторник. Бесплатные консультации – это ненормально. Дышите глубже. Мое призвание – лечить клиентов. А доктор Парпале говорил, пациенты 4000. О! Но вы мне говорили 3. Полагаю, торг здесь неуместен. Зараза повсюду. Особенно там, где ее не ждут. Браво! Браво! Сильно. Очень сильно. Чересчур сильно. Вот тут иногда чешется. Полагаю, это скорее... А, да, здесь щекочется или чешекочется. Давайте определимся. Чешется или чешекочется? Подождите, у меня для вас письмо. Здравствуйте. До свидания. Кто это? Малышка Адель. Вы наблюдали, как я танцую с Лукасом? Немножко. И видели, как я отвесила ему пощечину? Это был лучший момент. Смешно, но для всех в этом городе вы святой, кроме священника. О, нет! Господи, дай силы рабу своему бороться против зла, захватившего Сен-Морис, и разоблачить лжецов. Узнаешь меня? Лански. У меня для тебя плохие новости, ублюдок. Я выведу тебя на чистую воду. И узнаем о его преступном прошлом. Ведь солгавший однажды остается лжецом навсегда. Да, я освоил профессию врача, чтобы сойти со скользкой дорожки. В этом моя вина. Впервые моя жизнь значима для кого-то. Очень значима. В голове не укладывается. А, плакала моя мирная жизнь. Дайте пройти доктору. Кто из вас упрекнет меня, что я ему не помог? Не ухаживал, не любил. Страстно отдавая всего себя без остатка.